Салам лиже йоча-влак. Еш. Тиде мутым колмек, кажне айдеме эн лишыл еҥышт-влак нерген порын шарналта. А кӧ улыт нине лишыл еҥ-влак? Таче ме тендан дене урокышто эн лишыл еҥна-влак нерген ойлаш тӱҥална. Урокнан темыжат тыге йоҥга: мемнан ешна. Здравствуйте, ребята! Семья. Услышав это слово, каждый человек вспоминает самых близких для него людей. А кто же эти люди? Сегодня мы с вами на уроке будем говорить о самых близких для нас людей. И тема сегодняшнего урока звучит «Наша семья». Кызыт мый тендам урок, что кучылтшаш умут влак дене палдарем. Знакомимся с новыми словами. Ешь, семья. Мемнан ешна, наша семья. Мыйын, мой, моя, мое, у меня. Тыйын, твой, твоя, твое, у тебя. Тудын, его, у него или у нее. Коча, дедушка. Кова, бабушка. Ача, отец, папа. Ава, мать, мама. Уло, есть. Тиде, это. Мыйын кочам, мой дедушка. Мыйын ачам, мой отец. Мыйын ковам, моя бабушка. Мыйын авам, моя мама. Тыйын кочат, твой дедушка. Тыйын ачат, твой отец. Тыйын коват, твоя бабушка. Тыйын ават, твоя мама. Тиде мыйын кочам, это мой дедушка. Тиде мыйын ковам, это моя бабушка. Тиде мыйын ачам, это мой отец. Тиде мыйын авам, это моя мать. Тиде тыйын кочат, это твой дедушка. Тиде тыйын коват, это твоя бабушка. Тиде тыйын ачат, это твой отец. Тиде тыйын ават, это твоя мать. Кочам, кочат. Ковам, коват. Ачам, ачат. Авам, ават. Коча, кова, ача, ава. Мутыш «м» да «т» суффикс-влак ешаралтыт. К слову «коча», «кова», «ача», «ава» прибавляем суффикс «м» и «т». Умут влаком сайрак шарнен кодашманын, каждый йоча шке лишыл еҥжын фотографийым ончыктен, икмыняр предложений влаком чоҥен кертыт. Мутлан, тиде мыйын ачам. Тудын лӱмжӧ – Петя. Тиде мыйын авам. Тудын лӱмжӧ – Катя. Чтобы лучше запомнить новые слова, можно принести фотографии своих близких людей и составить по ним несколько предложений. Например, это мой отец. Его зовут Петя. Это моя мама. Ее зовут Катя. Умутвлаком, да код шуроклаште пален налме мутвлаком кучылтын изирак диалогом чоҥаш лиеш. Мутлан, салам лиже, салам лиже. Палыме лийна, палыме лийна. Тыйын лӱмет кузе? Мыйын лӱмем Маша. А тыйын лӱмет кузе? Мыйын лӱмем Петя. Маша, тыйын кочат уло? Мыйын кочам уло. Тудын лӱмжӧ кузе? Тудын лӱмжӧ Павел. А тыйын коват уло? Мыйын ковам уло. Используя новые слова
И те слова, которые мы с вами узнали на прошлых уроках, мы с вами можем составить диалог. Например, здравствуй, здравствуй, давай познакомимся, давай познакомимся. Как тебя зовут? Меня зовут Петя. А тебя как зовут? Меня зовут Маша. Петя, у тебя есть дедушка? У меня есть дедушка. Как его зовут? Его зовут Павел. А у тебя есть бабушка? У меня есть бабушка. Юча-влак, митиндандине вес урок, что ешь темам умбака швейна. Казат урок на мучашкалы шемен, чеверен. Ребята, мы с вами тему «Наша семья» продолжим на следующем уроке. А сегодня урок подошел к концу. До свидания.